Добрый день, перед вами микс Шотландия, классный, кстати, микс, и как раз на данный момент актуальный, потому что запросы сейчас на теплую все-таки одежду, но в то же время на модную и на яркую. Вот это прямо вот вариант торговли сейчас. Кроме этого, здесь попадаются стоковские вещи. Мы сейчас с вами подробно рассмотрим. Это Эс Оливер. У него размер 42 европейский. Здесь много новых вещей. Качество, крем. Подробности об этом лоте вы сможете узнать в ссылке под описанием. H&M. Рубашка женская, хлопок. Том Тейлор. База, хлопок. Платье... Офисное платье, футляр, спортивная кофта, она может же быть ветровкой, может быть жакетом. Здесь джинсы, по-моему, они мужские, размер 32, рост 34, манчестер, хлопок на петле, то есть не на, под, как оно называется, забыла даже, укороченный вариант, вот может хорошо сочетаться с юбкой. 38 размера, плотная джинса. Здесь блузка из хлопка Primark, 42 по размеру. Ту 30-32. Джордж, 16 размер. H&M, 40. Это тоже H-ик. Лапша, M-ка. Удачно будет сочетаться с этим комбинезоном. У него такая немножко зауженная нога. Это Цеунда по размеру 36. Такой свободности. Ну, как свободный он, не в обтяжку. Клевое платье. Оно, кстати, новое. Бренд, так, не совсем значимый. Смотрите, у него открытая спина и такая ткань, которая похожа на гобелен. То есть она такая, как он, формованная. Две прикольных юбки из кожзам, одна H&M 36 размер, одна New Look, ну тоже 36 размер. То есть такой микс однозначно порадует молодежь. Next 8, футляр, попадается спорт, вот, кстати, это Nike, еще и Dry Fit, ой-ё, так, XS-ка. Драйфит – это ноу-хау в спортивных материалах. Ривьер Исланд – 10. Драйфит позволяет впитывать Клокхаус, новые, 36. То есть он, получается, впитывает в себя ну, что-то там, неприятный запах, либо лишнюю влагу, которая выделяется, и обратно не выпускает, но и тело при этом себя хорошо ощущает. New Look 10. Смотрите, какой топ. Прямо этот тренд, вязаные топы. Zara. Zara S-ка. Не, классный. Вот если надо, скажем так, обрадовать глаз клиента, позвать молодежь, у которых, кстати, есть деньги, то вот самый раз. Бьонг. 34 размер. Тоже модное платье. Смотрите, то есть его можно и летом носить. У него есть хлопковый подклад и вот такое там тоже прикольно, правда. Так, здесь мужские слаксы летние большого размера на замке, хлопковый материал. Ну, по-моему, это, если я, ну да, вот 56 размер, так это европейский. Здесь очень много новых вещей. Тед Бакер СК, хлопок. Джоггеры 6, кардиганы Эс Оливер новый, кстати, 70 евро стоит в Европе. Вот это платье мне понравилось, сейчас я о нем подробно расскажу. То есть это платье тоже, это вечернее платье. Так, что у нас тут? 12 размер, у него красивый воротник, стойка, у него модный вырез. Длинные рукава, само это платье длинное, видите, со сборками по бокам, оно длинное, оно в пол. Если на него сверху одеть совершенно простой свитер, совершенно обыкновенный, то это платье можно носить
куда угодно. А когда его снимешь, то тогда оно будет вечернее. Юбка-карандаш из джинсы. Ривьер Ислам, десятка. Классная боди, восьмерка. Так, футляр. Здесь 40-й размер, новая. Классические, базовая модель. Примарк, классная рубашка. На куртку похоже. Здесь десятка тоже, вот видите, лапша с длинным рукавом, но в то же время с открытыми плечами. Поэтому и здесь еще у него есть сбоку разрез. Молодежь очень любит такие модели. Парка Марк Спенсер, женская. На замке. Ой, что это? У нее флисовый подклад. То есть она демисезонка. Для нас демисезонка. Поехали дальше. Это еще не весь наш лот. Кстати, подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием. Платье лапша, 16 размер, длинное, без разрезов. Здесь топ-шоп шестерка, эска Дорада, или может неправильно прочитала, спорт от Сеунда, большой размер. А нет, кстати, М-ка. Здесь хлопковые леггинсы. Ну, вот такие, как в Калзедоне продают. То есть они и как колготки могут, и как леггинсы. Кофточка Дороти Паркинс. 12 размер. Примарк М-ка. Здесь у нее такой маленький разрезик. Класс, он яркий. М-ка. Спортивные штаны. Я так понимаю, что это подростковые, то есть более они маленькие. Мужская XL, хлопок. Здесь это Shein, то есть Shein, размер XS, 34. Это такой жакетик укороченного образца. Десятка, хлопок, плотный хлопок. Десятка, так, прошу прощения, это зад. Ага. То есть это платье со сборками на боку и трикотажное. Классное платье. Сарафан Denim Company, 12 размер. H&M. Здесь прям Париж написано, да? Париж прикольный, да. То есть это такой свитер. И у него такие плотные рукава, которые связаны определенным образом. Видите? Интересно. А вот эта вещь прям вообще мне здесь понравилась. Это она такая вещь, она сделает любую женщину элегантной и красивой. То есть это вот такой кардиган. Его можно носить на куртку. Можно носить, не знаю, там, просто как отдельную вещь. У него отсутствует... Вот одна такая штучка, но я не стала его отсюда убирать, потому что он уж настолько он классный, эксклюзивный, в его состав чуть-чуть входит шерсть, он мягкий, уютный. Слушайте, но красивая пуговица либо бусинка легко заменит отсутствие такой штучки. Жакет Сеунда, линия премиум, большой размер, это трикотажный. Мягкий, неформованный пиджак, женский, большого размера. 46, то есть надо к нему прибавить шестерку, и получится 52 размер. 12 размер юбка. Кофточка а-ля 70-е. Зара, 34, скини. Тоже новая вещичка, 12 размер. Танковка, футболка с длинным рукавом. Джинсы на замке. Достаточно вот такой женский кардиган. Симпатичный, потому что он с люрексовой ниткой. И это не кардиган в чистом виде, это все-таки вот как блузка сдвоенная стопом. Да? То есть кардиган сдвоенный стопом. 14 размер. Классные леггинсы, которые могут быть
для кого-то брюками. О, платье. Ну, вообще, прям супер. Надо звать молодежь на этот. Посмотрите, у него пушап вот здесь есть такой. Это велюр. Материал велюр. Ну, эска, да. Классный. Слаксы мужские. Летний хлопок. Тридцать шестой размер элька. Элька пола. Хлопок. Примарк толстовка на петле. Хлопок. Классная мужская куртка. Не знаю этот бренд. XL. Здесь у них есть флис. Один слой синтепона. То есть это ветровка, куртка. Это зимняя кофта. Что-то вот такое. Ну, размер очень хороший. Юбка атмосфер 12 размер. Симпатичный джемпер эска. Размер М. Брючки. Футболка с длинным рукавом 22 размера. Хлопок. New Look. Десятка. Здесь есть шерсть. Только немного. И платьишко. Симпатичное платье. Написано Лондон. Размер 6, это значит XL. Ткань плотная. Ну вот примерно. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.